11 хоккеистов. Вот он, основной состав нашего клуба. Саяны сегодня играют с дублем Сипсельмаша. С первых минут встречи саяны берут безоговорочное преимущество. Счет открыт уже на 3-й минуте. Ко второму тайму на табло уже 8-1. И это привычно такой баскетбольный счет на протяжении всего группового турнира. 13-1 с дублем Байкал Энергии, 14-0 с Надеждой, 13-1 с Канефтяник-2. Сергей Борисов, как они номер 62. С Енисеем. Они вели больше мячей. Они активнее играли. Геннадий Лавряков болеет с 80-х годов, с первого дня, когда в Абакане начали играть в бенде. Давненько саяны не играли так, конечно. Здорово, крепко. Вот так вот отыграть им, значит, в финальной части и выйти в Суперлигу. Давай сейчас забьем. Федя! Финал, о котором могли только мечтать болельщики. 9-2, 27-я победа саян в групповом турнире против всего 3 поражений и 2 игр, сыгранных в ничью. Это было не просто выступление, это был победный марш абаканского клуба. А это значит финал высшей лиги. Хотелось, чтобы здесь финал был, еще бы, чтобы болельщики посмотрели. И вот. Но что сделаешь, такова как бы жизнь наша, что финал отдали в Димитровград. Будем там бороться за самые высокие места. В групповом турнире саяны поставили личный клубный рекорд. Во время встречи с Кузбассом 2 номер 7 нападающий Станислав Мансуров забил юбилейный тысячный мяч за время присутствия клуба в высшей лиге. Так получилось, и Максим Бовт мне отдал передачу, забил. Конечно, приятно забивать тысячный гол. В своей третьей группе саяны заняли первое место с отрывом от самого сильного соперника Енисея-2 в 20 очков. Это при том, что команда практически собрана за год. 7 новичков пришли в клуб в этом году. Сезоны уже более понимать начали друг друга, естественно, и комбинации, кто должен вести игру, кто подыгрывать, кто забивать. Пожелаем нашим ребятам успешного выступления на финале высшей лиги. И пожелаем пробиться в Суперлигу! Для саян сегодня групповой турнир закончен. Еще 14 игр проведут за ближайшие 2 дня другие клубы по всей стране. По их результату определятся соперники, те, с кем саяны будут выяснять отношения уже в финале. Суперлига! Суперлига! Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.